Здравствуйте, уважаемые телезрители, на РТВ программа «Открытый эфир». Я Владимир Банщиков. Сегодня я с удовольствием представляю гостей в нашей студии. Это организаторы 8-го, ну, практически юбилейного, можно сказать, фестиваля. Замечательного фестиваля всероссийского масштаба «Голос кочевников». Слева от меня, ну, то есть, как обычно, я представляю по солнцу, Светлана Бриджанимаевна Цбекдаржиева, генеральный директор туристической компании «Жасу-Тур» и, соответственно, директор этнокомплекса «Степной кочевник». И бессменный на протяжении вот этих 8 лет организатор, вдохновитель, главный продвигатель, наверное, можно так сказать, вот этого фестиваля, художественный руководитель Бурятской государственной филармонии Наталья Владимировна Уланова. Здравствуйте, уважаемые дамы. Здравствуйте. Первый вопрос. Почему фестиваль вдруг вышел на такой уровень, что решил покинуть наш замечательный город и уехать за 40 километров на святые места в Цагатске практически до самого? Вы очень правильно сказали. Вышел на другой уровень. Для нас этот уровень гораздо выше. Потому что если уж... Для чего вообще существует этот фестиваль? Каждый год я задаю себе этот вопрос. То есть, да, мы развиваем кругозор, скажем, наших жителей, да, музыкальный кругозор. Мы привлекаем туристов, мы создаем некое какое-то пространство общения, да, какие-то новые тренды музыкальные в области world music представляем. Но этого мало. То есть хочется, чтобы все-таки объединять в том дефиците ресурсов, которые мы сегодня существуем, да, необходимо, чтобы все, что создается, имело какую-то сверхзадачу. И вот в этой сверхзадаче мне всегда виделось, чтобы это было не только нужно, допустим, Бурятской филармонии или тем людям, которые любят музыку, но еще как-то развивал республику. И в этом смысле мне виделся всегда один путь, что если мы найдем такое место в нашей республике, которое... Фестиваль обязательно должен выйти на открытую площадку, чтобы там был палаточный лагерь, потом построены кемпинги. Соответствовал своему названию, да? Совершенно верно. Потому что как бы ни прекрасны были наши театры, когда там проходят концерты, это все-таки не то. Это не «Голос кочевников». И поэтому мысль такая витала давно, но не было площадки. И вот как-то стечением обстоятельств каких-то побывала я в «Степном кочевнике». Меня просто поразило вот это ощущение, которое я там испытала. Там настолько хорошо. Намоленные места. Да, и это не пустое поле, чтобы вот приехать прямо на голое место. То есть там уже есть инфраструктура. Не, вот про инфраструктуру хозяйка расскажет. И я вот предложила Светлане Бальджимаевне, я ее тогда не знала. Собственно говоря, началось-то почему? Позвонила ей и сказала, что вот есть такая вот идея, такое желание, как вы к этому относитесь. И вот она отнеслась очень даже положительно. Светлана Бриджанимаевна, с огромным уважением, да, учитывая то, что вы идете на огромные риски, но об этом мы поговорим потом, я имею в виду финансовые, конечно. Почему вы согласились и что вы со своей стороны предлагаете тем людям, которые на наш фестиваль приедут? Вообще, если честно сказать, я об этом мечтала с самого начала, как только мы заложили первый камень. Я даже подходила к Тимуру Гамбажаповичу и предлагала: давайте проведем какую-то часть «Голоса кочевников» у нас. Он тогда, конечно, как бы сомневался, но он это предложение, я думаю, помнит. Когда Наталья Владимировна позвонила и сказала, предложила, как вот вы смотрите, я согласилась вообще не раздумывая. Хотя, конечно, когда мы сели уже за стол переговоров, да, обсудили задачи, которые перед нами стоят, да, что нам нужно собрать на нашей площадке 1500 человек, а может больше. Поэтому, конечно, это очень ответственно. Мы с самого начала, как только обсудили, поставили план себе, что нужно сделать. И вот мы обсудили, что мы можем предложить в дополнение, да, к нашему фестивалю. И так как мы туристический комплекс, и в принципе мы тоже принимаем участие и принимаем гостей с различными мероприятиями, пусть не такого огромного масштаба, как фестиваль, да. Тут масштабы гораздо серьезнее. Да. Поэтому вот как бы немножко нам проще, действительно, вот как Наташа сказала, у нас инфраструктура позволяет это все сделать, да. Мы этнокомплекс.
Поэтому мы предложили во второй день, 23 числа, провести такой вот этнофестиваль, праздник, да? Показать... Не совсем, я бы точно сказала, этнофестиваль, то есть это такая дневная программа. Дневная программа, дополнение к музыкальному фестивалю «Голоса кочевников», да? И показать этнопрограммы. То есть основные участники, я так понимаю, они выступают вечером, днем там... На разогреве, так скажем. То есть мы как преподносим это? Что это фестиваль, если раньше он длился там 3 дня, 4 дня в театрах, теперь мы предлагаем, что фестиваль будет проходить 2 дня. И человек, покупая билет, он покупает как будто бы путевку на 2 дня, куда входит 2 ночи и 2 дня. 6 концертов в один день, 6 концертов в другой день. И еще большая насыщенная программа, дневная, которую Светлана Баджимаевна сказала, с всевозможными там дегустациями, развлечениями, спортивными играми. И просто чтобы люди, находясь на свежем воздухе, не только могли покушать и попить чайку, но еще и провести время с пользой и для своего здоровья, и для своего ума. Ну давайте, поскольку все прекрасно понимают, что эта программа такая для того, чтобы мы организовали народ, да, пригласили, начнем с самого главного. Это цены вопроса. Для простого человека, который хочет поехать в Степной кочевник, не просто посмотреть фестиваль, поучаствовать в фестивале, да? Собственно, цель-то такая, я имею в виду не только потанцевать, но еще заняться там чем-то спортом, вышиванием, там, крестиком. Да, давайте я немножко... Да. Вот я к вам обращаюсь, Светлана, пожалуйста. Посмотрите, вот, значит, то, что мы уже сказали, у нас будет этно вот такие... показы, этно-дегустации. Это у нас будет представлена бурятская культура, будет представлена ивенкийская культура, настоящий чум. У нас будет представлена семейская культура и представлена казачья культура. То есть это 4 коллектива, больших коллектива, выйдут и будут представлены на площадке со своими фольклорными программами, с мастер-классами, с дегустациями. Люди, которые приехали на фестиваль, они будут ходить от одного, переходить к другому, к третьему, к четвертому. То есть вот как бы вот так, по такому кольцу они будут знакомиться с этникой нашей Бурятии. Кроме того, утро, начнем даже с утра, да, когда утром станут, вот мы с Натальей Владимировной предложили провести такую йога-зарядку. То есть у нас, понимаете, сама аура такая, утром встали, у нас прекрасные такие холмы есть, там хита. И вот люди могут утром встать и сделать зарядку. Не просто зарядку, а именно йога. И вот к нам вот согласилась, у нас будет Мария Путран, проведет нам это все со своей командой. Но я думаю, тоже это очень интересно. Вот кроме этнофестиваля у нас будут еще активные площадки. Да? Это будет площадка, где люди могут поиграть в волейбол пляжный, потому что песок у нас там. Люди могут пострелять из лука. Люди могут покататься на коне и верблюде. Люди могут посмотреть мастер-классы. Это, если это гости Бурятии, мастер-класс бус. Ивенкийские мастер-классы. Казаки покажут, как бисером вышивать даже. Да? Кроме этого, там город мастеров будет, где будет каждый представлен, и береста, и прочее. То есть это будет целый огромный городок, что можно ходить от одного к другому, играть, веселиться, отдыхать, спортивные какие-то. Кроме этого, у нас квест будет, вот именно по теме традиции, как бы. Еще раз я возвращаюсь опять-таки к вопросу о цене. Сколько будет стоить билет, на вот, билет чтобы на... люди знали, ориентировались, могли там уже как-то свою смету расходов составить. И что будет в эту цену входить, кстати, да? Про цену. То есть, опять же, нужно воспринимать, что это не просто концерт, да? Когда вот я озвучиваю, цена билета на весь фестиваль стоит 1800 рублей. Что туда входит? Туда входит проезд до Цагата, до Степного кочевника. От площади Советов будут курсировать автобусы. То есть проезд туда и обратно. Туда входит... вечерние программы концертные, то есть это, как правило, ну, как я посчитала, грубо, это 12 концертов они могут посмотреть. И большая насыщенная дневная программа, которая будет проходить днем 23 июля. Вот. И, по сути, раньше вот у нас все время просили, будут ли у вас абонементы на фестиваль, потому что если каждый примерно концерт стоил, ну, примерно там от 700 тысяч, были даже Гребенщиков, допустим, 1500 рублей, то человек мог потратить на весь фестиваль более 3000 рублей.
если все захотеть увидеть. Угу. Здесь он увидит все за 1800. Да и плюс еще и проедет. Еще прекрасную нашу природу. Да. Придачу. Да. И, но если он два дня не хочет, он может посетить один день, приехать только на субботу. И это будет стоить 1000 рублей, и тоже включая проезд. А какие еще услуги предоставляет степной кочевник? Я имею в виду, вот про развлекательную программу вы сказали. Как люди будут ночевать? Это первое, да? И второе, как быть с детьми, если люди соберутся ехать семьями, к примеру? Вот. Чем вы будете детей занимать? Да. То есть основная наша задача, как и туристического комплекса, это создание комфорта для наших гостей и туристов, да, отдыхающих. Первое, это вот про проезд вы сказали, то есть будет организован транспорт, да, который будет отходить по графику, четко будут люди знать, во сколько можно уехать, во сколько приехать и так далее. Да. Немаловажный вопрос – это инфраструктура, это санузлы и прочее. Это тоже все уже как бы предусмотрено, все будет на месте, все и установлены, новые мы строим. Кроме этого, питьевая вода. То есть питьевая вода, соответствующая всем требованиям, проверенная тоже, это все будет бесплатно стоять на месте. Где ночевать? То есть у нас территория огромная, это можно, мы можем принять спокойно 5, и 6, и 10 тысяч человек. То есть неограниченно. Понятно. Да, то есть будет установлена как бы разметка территории и обозначен палаточный лагерь. То есть я советую нашим гостям привозить свои палатки, бесплатно устанавливать. Рядом с палатками будут места для костровища, место под шашлычная зона, мангалы, да, то есть представляете, вы приехали на такой фестиваль, да, посмотрели столько концертов, дискотека ночная, да, под красивую музыку, светомузыка. Ну, да, но это они называют Байкал Номадс, диджей-сет, который будет длиться достаточно долго, то есть до последнего танцующего. Я даже, честно говоря, девушки, не представляю, сколько вы туда тонн оборудования повезете. Да, да, да. Звук, свет, это ж... Да, ну я, может быть, немножечко скажу про участников, кто будет выступать в этом году. Конечно. Да. То есть, поскольку мы впервые делаем это в степном кочевнике, все-таки хотелось вот эту линию кочевой музыки, ну, скажем, в традиционном понимании наших жителей пронести. Поэтому будет две группы из Монголии, которые это звезды Хусуктун, которые участвовали на больших фестивалях и в Европе, и в Америке. Уксатан – это более молодая команда, но это все такой фольклорные, скажем так, коллективы с шикарным совершенно владением ринхурами, горловым пением. И просто очень красивая у них интерпретация некоторых и бурятских песен. Еще поддержит эту такую же кочевую тему группа из Алтая. Это Новая Азия. Никогда у нас она не была. Вот. А дальше уже из зарубежных гостей у нас будет прекрасный совершенно коллектив Ирфан из Болгарии. Это такое, я его назвала, мистическое откровение в степи. Музыка такая очень завораживающая, медитативная, прекрасно будет слушаться среди холмов от Сагата. И группа «Волга» из Москвы, это демонстрируют ребята, как можно обрядовые славянские песни показывать в современных электронных обработках и делать из этого танцевальную музыку. Вокалистка Анжела Минукян, тоже лауреат там всевозможных конкурсов и премий. Будет африканский коллектив «Африка». Ну, без них никуда, потому что это... Кстати, все на них почему-то так реагируют. Я со знаком «плюс» всегда говорю, потому что немцы, африканцы – это такая фишка, на которую люди... Кстати, африканцы будут вот среди степи Сагата скакать и бегать, и танцевать. И они именно танцевальный коллектив, они поют, но это больше вот именно... Они будут интерактив создавать, то есть именно учить людей танцевать и... сами это устраивают, показывают всевозможные танцы, они из Ганы. Вот. И, наверное, одной из самых ярких групп станет, конечно же, грузинская группа «Бани».
потому что бани у нас очень любят грузинскую музыку. Да, потому что грузин, они поют классно. Они поют классно, и самое главное, что они такие красавцы. Все. Их 12 человек. Девушки, приезжайте на бани. Я хочу заметить, на бани, да, девушки любят бани. У нас уже такой слоган появился. И, кстати, в этом коллективе, помимо музыкантов, будет еще 4 танцора. То есть все время просили, где грузинские танцы, где? И вот эти вот грузинские мужчины, да, вот со всем вот этой своей выправкой, танцы на пальцах, то есть это все будет. И, конечно, и вот, кстати, о бане, они дадут все-таки для тех людей, которые, может быть, в возрасте, которые не смогут доехать до Цагата, мы решили сделать концерт один в филармонии 21 июля, где можно будет как раз посмотреть и послушать бани, рассказать о том, как они прекрасны, и потом... То есть вы молодцы, чтобы... я имею в виду, что вы не забываете никого, я возрастные категории, ни детей, ни пожилых людей. Да, вот аудитория же этого фестиваля, она всегда меня поражает, потому что туда идут и на этот open-air бабушки с палочками, и молодежь, хипстеры, и кого там только нет, и то есть аудитория очень широкая. Да. И поэтому программа для всех, каждый найдет для себя что-то интересное. Дневная программа для одного слушателя, ночная с диджей-сетом, это для другого слушателя и так далее. То есть это музыка мира, свободное пространство для свободных людей. Замечательно. Светлана, еще один у меня к вам теперь такой вопрос. Первое – это обеспечение безопасности, и второе – это обеспечение, ну, медицинского, так скажем, сопровождения вот тех людей, которые к вам туда приедут. Ну, вообще, у нас же, да, то есть есть же определенные правила, то есть при проведении вот таких крупных мероприятий обязательно у нас медицина катастрофы, обязательно полиция, обязательно пожарные машины, прямо с пожарной машиной будет стоять ГАИ, да, то есть ГИБДД будет смотреть, то есть здесь не должно быть, будет организован штаб, где у нас все с рациями, то есть в любое время можно, волонтеры будут ходить везде, на каждой точке представлены, допустим, где душ, душевая кабина, да, где бани, где палаточный лагерь, где шашлычная зона, ну, то есть везде вот все. То есть по поводу безопасности здесь беспокоиться не надо. Но самое, наверное, все-таки здорово все, что, во-первых, это действительно 40 километров от авиазавода, да, от начала города, а во-вторых, у нас, ну, Ацагатская степь, рядом... Близко, вот, кстати, про степь. Да, рядом близко у нас как бы, не, у нас нет чужих там. А, нет, это, да, с одной стороны, это, хорошо. Да. Я вот к чему клоню. Угу. Это конец июля, это самая жара у нас. Да. Да? А есть там у вас где спрятаться от солнца палящего? Я так думаю, что будет очень жарко. А? Там у нас территория такая, вот кто был, наверное, знает. То есть здесь у нас открытая площадка, да, с правой стороны, как мы говорим, холмы там Хита, где под холмом у нас будет установлена огромная шикарная сцена. А слева у нас течет ручей с аршанской водой, холодный, совершенно холодный в любую жару, и лес. Но кроме этого у нас будут стоять шатры, да, везде будут, навесы, да, навесы, да, но все-таки это open air. И вот как бы, вот если вы посмотрите, другие фестивали проходят, конечно, это будет открытая зона. Просто нужно, да, это, ну, заранее позаботиться, да, да, будет, да, о шляпах, да, о шляпах, зонтиках, солнце, палатках, да, палатка, солнцезащитных кремах, потому что... Купальниках, наверное, почему бы нет, да? Да, брызгалках. Вот там можно друг друга обливать. Да. То есть вода, все будет здесь. Вообще вот по комфорту все будет. Даже, вы знаете, вот такие фестивали, вот посмотрите в интернете, вот даже они есть. Они лежат возле своей палатки, тут же все смотрят. Ну, это же вообще красота. Да, я согласен. Теперь поговорим все-таки о рисках, на которые вы пошли. И ради чего, собственно, Светлана, вы пошли на такие риски? Ведь это на самом деле собрать такое количество людей достаточно проблематично, я думаю. Или нет? Я думаю, вот как бы мы особо сильно не беспокоимся, я думаю, в любом случае мы соберем народ, да. А почему пошли, мне кажется, даже вопроса нет. Как я могу отказать, когда Наталья Владимировна позвонила? Я думаю, никто бы... Замечательный ответ. Вот Наталья Владимировна отказать, я даже не знаю таких людей, я думаю, что да, я вот то, что вот именно такой фестиваль, да, и ну, это честь для нас, и
принятия. Замечательный ответ. Спасибо. Замечательный ответ. Наталья Владимировна, вот завершая программу, что бы вы хотели пожелать потенциальным нашим теперь уже зрителям, участникам фестиваля, я имею в виду участникам, не тем, кто будет петь, плясать из Ганы, а нашим людям, а нашим, которые туда приедут посмотреть, насладиться, отдохнуть, впитать в себя вот то, что ту программу, которую вы составили, вы ее нашли, вы ее предлагаете всем нам. Вот, пожалуйста, вам слово, вот в эту камеру. Ой, ну, дорогие телезрители, все те, кто любит фестиваль «Голос кочевников», и те, кто ни разу на нем не был, мы очень рекомендуем вам его посетить, потому что воспринимайте это как такой некий мини-отпуск на 2 дня, а может быть на 1, за городом, прекрасным, атмосферой бурятских степей, где вы сможете и услышать хорошую музыку, и покушать прекрасную еду, и также, я уверена, встретить каких-то уникальных, интересных людей, которыми вы никогда, возможно, в своей жизни не встречались. Поэтому запланируйте себе путешествие на 22-23 июля, и мы вас будем очень ждать, и уверена, что прекрасно проведем там все время. Приезжайте вместе. Даже с плохим настроением, все равно увидите с отличным, правильно? Да, да. Светлана, теперь вам слово, пожалуйста. Говорите, не стесняйтесь. Чтоб не боялись. Да, дорогие друзья, дорогие гости нашей Бурятии, мы приглашаем вас на наш праздник, на наш фестиваль музыкальный. Вы точно не пожалеете. Это, я думаю, что мы постараемся создать, чтобы получилась такая сказка, получился действительно тур такой, тур-маршрут, если вот я по своей теме скажу. Это будет здорово. Мы будем очень стараться принять вас со всем гостеприимством бурятского народа. Будем угощать вас очень вкусными и бузами, и всем, чем можно на открытом фестивале. Добро пожаловать! Спасибо большое, замечательные слова. Я просто хочу еще раз вас поблагодарить за то, что вы это делаете. Вас обеих. Ну, Наталья, в первую очередь, Светлана меня не обидится, да. Потому что это 8 лет тащить на себе такой груз и ответственности, и вообще всего 8 лет наш народ приобщать вот к разным культурам, даже не приобщать, я, может, неправильно немножко выразился, а показывать разные культуры. Я с удовольствием всегда бывал мы бывали на Верхней Березовке. Ну, это просто сказка, да? Люди ходят, отдыхают, танцуют, подпевают. Ну, это с ощущением таким потом возвращаешься, что жалко, что это не продолжается. Ну, не вечно, конечно, но, по крайней мере, еще дольше. Поэтому я так думаю, что наши телезрители, наши горожане, жители республики, не только, а и приезжие, те, кто люди заинтересуются, наверняка вы уже выложили все это в интернет, и я абсолютно уверен в успехе вот этого вашего очень рискового, на первый взгляд, начинания, но такого нужного для нашей республики во всех планах. Потому что мы кричим на каждом партсобрании, извините меня, я из старой школы, что у нас нужно один из экономических наших, так сказать, двигателей вперед, это туризм, да, но при этом ничего не делаем, по большому счету ничего. А вы делаете такой резкий шаг, серьезный шаг именно и в эту сторону тоже, учитывая и культурную составляющую. Спасибо вам огромное. Успехов вам. Мы рядом. Мы всегда будем помогать, агитировать, друзей собирать, родственников отправлять к вам туда, на этот фестиваль. Уверен, что это только начало. Потом этот фестиваль будет разрастаться. Может быть, менять где-то места дислокации. Правильно, Светлана? Может быть, где-то на Байкале, может быть, где-то еще. Может, где-то в Тунке, не знаю, там, в Курумкане. А почему нет? Главное – начать. Дальше все пойдет, абсолютно уверен, на 100%. Уважаемые телезрители, я прошу прощения за такое мое лирическое отступление. Хочу еще раз напомнить, что гостями программы «Открытый эфир» был, ну так скажем, технический директор фестиваля «Голос кочевников», 8-го фестиваля, директор этнокомплекса «Степной кочевник» Светлана Цбекдаржиева и художественный директор фестиваля, художественный руководитель Бурятской государственной филармонии Наталья Луланова. Я, Владимир Банщиков, прощаюсь с вами. Всего вам самого доброго. Давайте увидимся
в Степном Кочевнике 22 и 23 июля. Всего вам самого доброго.